Не раньше следующего года руководители футбольного «Динамо» прокомментируют ситуацию в клубе после скандального интервью одного из бывших игроков. Эта статья, в которой футболист откровенно рассказал о внутренних делах в команде, вышла на сайте Talk News. В частности, экс-игрок поведал о пристрастии главного тренера Сергея Шишкина к алкоголю. Вот, например, одна из цитат. «Мы едем на выезд, он, главный тренер «Динамо» Барнаул, сидит в автобусе и выпивает на переднем сиденье». Конец цитаты. Вдобавок, футболист сообщил, что наставник не занимается как таковыми тренировками. В результате команда, по сути, предоставлена сама себе. Выход экс-игрок видит в смене главного приезжего тренера на местного. Официальные комментарии общественность может получить, как заявил представитель «Динамо», только в 2019. Я думаю, в феврале-марте будет большая пресс-конференция, в которую будут приглашены все СМИ и будут даны ответы на многие вопросы. Напомним, сейчас «Динамо» занимает 5-ю строчку из 6 возможных. Из 12 матчей сине-белые выиграли всего 2 и добились 5 ничьих. На одной из игр болельщики обрушились с критикой на главного тренера со словами «Уезжай домой в Самару, Шишкин».